Международный форум «Религия и мир» открылся в Москве. В нем участвуют представители всех основных конфессий, а также политики, ученые и общественные деятели. Одной из главных тем дискуссии стало будущее духовного образования. Участники подчеркивали, что в условиях нынешней непростой обстановки в мире крайне важно донести в первую очередь до молодых людей истинные ценности традиционных религий, с тем, чтобы воспитывать новое поколение в духе человеколюбия и уважения к другим культурам.